Приехали на Байтек за нашим вездеходом. Будем спасать сейчас. Засел в болоте. Под снегом ничего не видно было. Сейчас часа полтора надо будет идти к нему пешком. Вот закончилась тропа здоровья у нас. Железная дорога. Так, если приглядеться, хорошо, что видно наш вездеход. Это ЗИЛ. А левее на 200 метров стоит еще одна наша машина, которую будем спасать. Так, пришли мы, начали работать. Поднимаем передок в машине. Машина засела, провалилась очень неприятно. Вот. Как бы задние колеса полностью утонули. Поднимаем морду и отрываем, чтобы можно было выскочить. Вот. Погодка шепчет. Красота. Заматываем новый трос на лебедку. Готовимся для вытягивания. Так, только стоит на донкрате, если что, машина. Не сильно. Паша, натяни донкрат. Полиспас. Натяни хорошо, держи. Давай, вяжи. Подожди, отпусти, чувак. Я же просто прикинь. Ты, я обалдею с тебя, блин, нафиг. Я думал, ты все там вяжешь на месте. Он издевается просто над нами, Паша. Так, ну что? Попытка вытягивания нашей машины. Натяжка лебедкой. Главное, чтобы не сорвалось. Шевелится. Давай, пошла, Родима потихонечку идет. Есть. Давай. Передок. Он себя сам лебедкой вытягивает, просто он помогает мостами. А так все красиво идет, деревья стоят. Идет потихонечку, красавчик наш. Вообще хорошо пошел. Сейчас остальные бревна. Сейчас своим ходом уже еще чуть-чуть осталось. Совсем децел. О! Ну так-то сидел очень хорошо. Так, что-то остановились мы. Надо посмотреть. Чего там, Рожап? На колес подкачать. Так, сейчас одни подкачаем, вторые подспустим. И продолжение следует. Но сдвиг у нас есть. Мы вытянули его из болота. Так что все у нас в порядке. Колесо докачай, потом достанешь. Сейчас следующий у нас пойдет тот. Колесо накачай, красавчик она наш. Помешает, она сейчас порвет колесо, боковой порез будет. Директора нервничают. Но ничего. Главное, чтобы мы машину достали. Продолжение.
едем дальше. Все, своим ходом. Как так и должно быть. Так что все, достали нашего красавца. Сейчас немножко обчистим, от льда отобьем. Здесь что позамерзало. О, сейчас более-менее стану нормально и покажу, как он и где сидел. Вот его яма. Вот он как был засевший полностью. Много чего, конечно, поотрывали, но это пустяки. Все. В основном плохого ничего машине не случилось. А, это даже не оторвали, это просто лед, как он был во льду, в воде. Это просто лед. Сейчас отобьем его и поедем вытягивать вторую машину. Хорош, видеооператор, давай опираться на. Так, начинаем движение нашему ЗИЛу. Профессионал у нас за рулем. В смысле раджа, блин, нафиг. Паш, убери его. Так. Жидко раджаб. Ой, жидко. Вообще жидко. Так. Я так понял, мы пойдем по его следу. Куда мы дойдем, хрен его знает. Ну, по его следу, мне кажется, самое безопасное идти. За ним сразу. Так что смотрим аккуратно. Наступаем очень-очень аккуратно. Все шевелится еще. Заморозков не было. Просто насыпало снега. Закрыло все болото. Ничего не видно. Куда ехать? Что-то мне кажется, здесь можно немного провалиться. Ой-ой-ой, попал в колею. Сейчас, наверное, вылезет все-таки. Колея в полметра. Нифига не дает ему вылезти. Сейчас повиснет. Так, вылазит, вылез, вышел с колеи. Ну а здесь видим, вода бежит полным ходом. Качай, так что колесо. Ничего не замерзло. Вот. Решили проверить, где наши засадили вот этого зверя. Какой колее? Колея больше метра. Воды валом. Сейчас я пытаюсь выскочить с этой колеи. Давай. Не хватает. Бордюр высокий. Нравится. Не, надо, наверное, нырять и дальше проезжать. Сильно высокий бордюр. Еще снег. Это они говорят, мы по колее не ездим.
А сами накатали себе колеи конкретные, блин. Выскочил. Этот трындец. Ребята, где вы ездите, елки-палки? Начинаем вытягивать тем же макаром, но не отрывая его. Вроде бы как должен пойти. Сейчас будем смотреть. Посередине положи. Уходим в сторону, потому что уже троса летят. Так что ну его нафиг. Главное еще, чтобы все у нас было прекрасно. Положили тряпочку на трос, чтобы трос далеко не ушел. Пытаемся вытянуть лебедкой. Так. Идет, идет потихонечку, родной наш. Во, во. Так, но при этом, при всем, наш зелок красавец сдвинулся и неплохо сдвинулся с места. Но, ребята, я вам скажу одну фигню. То, что на мостах он до сих пор. Колея ужасная. Шкребет конкретно. Вот, мост один освободился, задний, уже видно хорошо, но, так, продолжение. Красотища, уже вечереет, а мы все. Извините, что не получилось. Пас, отойди, лебедка, отойди, сказать. Отойди. Вот, и вытащили его сколько. Вытащили ему нашего. Сейчас я сниму нашего зилка. Вот с такой пучины. Плохо, конечно, видно, но ничего сделать не могу. Но мы его вытащили, победили. Так что... Как бы все нормально.